вот, Серега, говоришь, у меня никого нету, нету. Я верен, я честный, ага. Что ловишься вон? Как бы флот. Ну, жесть, я бы не смог. Чё-то не смог бы. Только один раз понимаю, что не надо. А другого пока жду нет. На работе Анастасия. А, вы вышли на работу, еще и вас сразу стали окутывать женщины, да? Ну, я дали бы уже в рабство. Пусть бы ваши сожжали, да, блядь, станут. Я думаю, что скупают как грязи. Да. Да. То есть женщина тут упала в начале года. С 13-го этажа и сломала такую ногу. Даже сейчас. Что даже сейчас? К вам три клеются. Как это написать еще, чтобы не нужно? Сейчас я это не люблю. Три клеются. А я не хочу люблю только. А кого любить-то? Настя, что? Все на свете. Я тоже помню. Я знаю, ее даже по телеку показывали, есть видос. Да? Который он любит, ну-ка покажите. По телеку. Я тоже не клеюсь. Я точно не клеюсь, смотрите. А чё ты помолчишь? Раньше орал во все Воронеж города. Молодец. Не все ловили. Жизнь, чтобы по мне видеть. Ты знаешь, как хочется жить. Но никогда тебя задавило. Все плохое. И все мое. Я вернусь. Даже если любила. Ты красивая. Обычно девчонки. Привет, блин. Жесть. Моя любимая девушка. Вот эта девушка. Ты сколько тебе лет сейчас спит в моей песне? Показывали, ее не показывали. Даже на районе никто не знает, что она упала. С тобой, Валя? Все плохое забыть, ртёк расти. Не
прощения, спасения, я знаю. Чё, Серёга, замолчала? Серёга, давай, давай карту, хотим знать, кого влюблены, кому голову ручит. Она девочка на земле, самая милая, светлоничка до посиды. Я вам уже не раз говорю, что говорили-то? Я не слышала. Сейчас еще раз. Ты, наверное, знаешь, какую увидел, которую я упала, а потом еще пошла до поликлиники сама дошла. Ты, наверное, про это говоришь. Она встала и сама дошла в больницу. Да, она прям там такой кыр-кыр-кыр-кыр, в итоге встала и пошла в больницу. Да. Напиши, не вставай хоть какой-нибудь. Я не смирам, я не смирам, дам за неё. Это всё моё. Я не смирам, я не смирам, дам за неё. Ты не сохранишь один? Письмо с кулака, но может, ты не любишь меня. Ну что, давай. Ну что? Ну кто-то мне.